Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о макушатнике. Вроде бы о нем уже все мы знаем, все известно, но для того, чтобы макушатник сразу заработал, я вот ставлю вот такую вот пружинку сверху макушатника. Вот так. И я так думаю, что об этом мало кто знает. Давайте поэтому сделаем сегодня такую пружинку. Что нам для этого надо? Нам нужна небольшая пружинка. Почему небольшая? Потому что, когда ставишь большую, вес макушатника с макухой, он и так большой. Она и так получается очень тяжелая, и ее сносит течением. А если еще будет большая здесь ставить пружина, то это будет занадто. Поэтому ставлю пружинку, беру как можно поменьше и начинаем ее делать. Беру проволоку 0,6 мм, проволока нержавейка, применяется для сварочных работ. Теперь давайте сделаем клипсу. Клипсу я уже когда-то показывал, как делать, но еще раз покажу. Вот этот уголок делаю не слишком большим, чтобы он пролазил в дырочку макухи. Так, теперь вот здесь вот делается петелька. И заводим в саму пружинку. На другом конце пружинки опять делаем петельку. Ну вот практически и все. Наша пружинка готова. Лишнее обрезаю и убираю здесь заусенец. Они нам потом на рыбалке не делали погоду. Все. Пружинка наша готова. Дальше соберем макушатник. Для этого я беру леску. Вот такую вот. 0,7 диаметра. И беру кусок, сантиметров 40, наверное. Значит, делаю петельку. Смачиваю, как обычно. Теперь одевается груз. Ласточкин хвост. Ну, это обычный груз для макушатника по течению. Делаю здесь вот узел. Не один, а здесь наворачиваю узла 3-4.
чтобы не пролазило в ушко. Дальше одевается макуха. И одевается наша пружинка. Вот таким вот образом. Вот этот конец вот я специально оставляю длинный. Вот сюда его завожу назад. Вот вытаскиваешь. Все село. Вот он, макушатник, получается в сборе. Но вот этот конец слишком длинный. Так, я его обрежу. Вот макушатник в сборе. Теперь осталось только повязать поводки. У меня вот поводки уже навязаны. Поводки вот с такого крючка. Два поводочка. И петля в петлю цепляю эти два поводочка. Крючки хорошие, за пальцы цепляются, поэтому рыбу они будут ловить хорошо. Вот так. Значит, сюда идет прикормка, в прикормку крючочки. Вот у нас получается один в двум. Одна снасть и вроде бы как две снасти. Тут идет и пружина, и в то же самое время макушатник. Все, дорогие друзья, это все, что я вам хотел рассказать. Будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи.